Приветствую, любители сада, с вами Екатерина. У меня в саду растут вот такие кустарники пироканта, который легко размножить черенками. У меня есть видео, можете посмотреть. Я пробовала размножать ягодами, не получилось. И очень ярко смотрится в саду калина. Кстати, она может размножиться и семенами. Но не только эти красивые растения украсят сад зимой. Посмотрите, как замечательно смотрится в снегу кустарник-кизильник. В моем саду растет кизильник, правда, это высокий кустарник. А вот ампельная форма намного интересней. Замечательно украшает своим видом наш сад. Стоит посадить. А как размножать, знаете? Я предлагаю вам заглянуть вот в это видео, и там вы узнаете. Я пробовала размножать вот этими ягодками. И что, думаете, получилось? Очень тяжело получить результат, пробуя размножать ягодами, но легко размножить черенками. Попробую весной использовать метод черенкования для такого красивого кустарника, как кизильник. Сажайте, ваш сад будет красив в любое время года. Всего доброго, с вами Екатерина. Если растут у вас красивые кустарники в саду, расскажите о них в комментариях.